Церемония вручения премии началась с возложения цветов к памятнику Лобачевского, а затем гости посетили музей известного математика. Обладателем медали и лауреатом премии имени Николая Ивановича Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики за 2021 год стал профессор Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Иджат Хакович Сабитов. Официально премия Лобачевского существует с 1895 года. Начиная с 1992 медаль присуждается ученым советом Казанского государственного университета, один раз в 5 лет российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области геометрии. Новейшая история премии, возобновленная уже Казанским федеральным университетом, стартует в 2016 году по инициативе ректора Ильшата Гафурова. Безусловно, поддержка выражается в том, что данная инициатива Казанского университета была поддержана президентом республики. В 2017 году формат присуждения медали и премии имени Николая Лобачевского был изменен. Теперь медаль и соответствующая денежная премия в размере 75 тысяч долларов США присуждается один раз в 2 года Казанским федеральным университетом за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Общая сумма, которая выделяется на мероприятие, составляет 100 тысяч долларов по решению президента Республики Татарстана Рустама Миниханова, 25 из которых идут на подготовку. Для нашего банка большая честь то, что мы являемся уже третий раз, не хочу употреблять слово спонсорами, партнерами, столь престижной награды, возрожденной в Казанском университете. Сфера научных интересов лауреата премии 2021 года Иджата Сабитова довольно многогранна. Среди них обобщенная задача Риммана, изометрические погружения и регулярность поверхностей и метрик, теории изгибаний поверхностей и многое другое. И мне дано, что с чем соединяется. Я, следуя этому правилу, их соединяю, и получается многогранник. Сегодня премия Лобачевского – престижная математическая награда, присуждаемая международным жюри, в которое входят выдающие математики со всего мира. Конечным итогом мы отобрали 8 кандидатов. Это все выдающиеся математики, и был вывод очень нелегкий. Но заслуги Иджата Хаковича, они говорят о следующем. Уже первый, второй тур не понадобился. Первый же тур определил победителя. Иджат Сабитов убежден, что радость творчества – это и есть главная оплата за труд. Вот я вспоминаю 95-6 год, может быть, в МГУ, когда пришел первый курс, я работал на первом курсе, я начал с благодарности студентам за то, что они пошли учиться, они зарабатывать деньги. Это очень большое такое, скажем так, понимание, что не в деньгах только счастье, понимаете? Синтез творчества и математики – уникальный момент для популяризации науки в целом. В Республике Татарстан год науки и технологий проходит как нигде, масштабно и красочно. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.